Приветствую вас. Знаете, вот кажется, что вы тяжело воспринимаете ситуацию, когда вам указывают на ваши, например, недостатки. Например. Кажется, что вы довольно тяжело воспринимаете, когда встает вопрос о том, что у вас, ну, что вы можете быть не идеальны. И кажется, что вы достаточно слабо имеете представление о том, какие у вас могут быть минусы, как у любого человека. Как у любого человека, на самом деле, вообще любого, абсолютно. Вот. Собственно, что может отталкивать? Конечно же, людей от вас. Вот. Это, ну, вполне нормальное явление, что человек отталкивает другого. Когда он видит перед собой того, кто считает себя идеальным, потому что тем самым он считает себя лучше, выше того, с кем общается. Вот. Ну а в близких отношениях, понятное дело, это проявляется довольно-таки часто, довольно-таки серьезно. Вот, поэтому мне кажется, что вам вот стоит позадавать себе вопросы, да? То есть не искать себе прям вот недостатков каких-то вот как таковых, да? А именно вот позадавать себе вопросы в плане того, что я чувствую, когда, например, ну, выглядит все вот так, что я не совсем идеал, да, что я чувствую в этот момент. Вот, и как я обращаюсь с этим чувством. Потому что мне кажется, что вы сами по себе девушка умная, вот, и вы понимаете, где-то вот в глубине души, мне кажется, вы понимаете, что как бы, ну, идеальных людей не бывает. Вот. Вы это понимаете, на мой взгляд. Не можете вы этого не понимать. То есть идеальных людей, ну, их не существует. Вот. И, соответственно, вы тоже не идеальны. Но, как бы, идея в том, что если вы не идеальны, то есть большая вероятность того, что вы не оправдаете чьи-то ожидания. Например, ожидания ваших родителей, которые хотели видеть вас самой лучшей, талантливой, красивой и прочее. Вот. Которые, наверное, не принимали себя и, скорее всего, целиком не принимали вас. И от этого непринятия, то есть, условно говоря, есть позиция. Позиция, она, ну, в какой-то степени, это в какой-то степени ваша позиция, что если со мной что-то не так, если я какая-то не такая, если у меня есть, там, не знаю, какие-то трудности, к примеру, то значит я, там, условно, никому не нужна. Вот. И вот этот момент, да, собственно, что без своих, как бы,
Ну, словно говоря, без своих недостатков. Я нужна, а все не меня. Это повисло на вас, конечно, уже может очень сильно истощать. Эта позиция может вас очень сильно, вот, очень сильно может вам эта позиция мешать, очень сильно вам эта позиция может мешать быть самой собой. Вот, ну то есть, естественно. Вот. И, ну, как бы, в этом может быть определенная трудность для вас, как мне кажется. Как мне кажется. Вот. Вот, наверное, такой примерно ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения какой-то вот такой, ну, какой-то вот такой позиции, да, на эту ситуацию в целом. Еще одно отвержение, то есть, вот, что я делаю с отверженностью. Своей. То есть, если вот, ну, условно говоря, если меня могут отвергнуть, да, вот, что я делаю с этим? Что я делаю со своей отверженностью? Вот. Мне кажется, это очень важный очень важный аспект, мне кажется. Вот. Поэтому я предлагаю вам смотреть именно в эту вот сторону. Вот, я предлагаю вам смотреть именно туда, именно вот по направлению, ну, по направлению, исследования себя и по направлению принятия себя. Как мне кажется. Что будет дальше? Как бы, да, то есть, ну, вот. Как, например, вы будете действовать и двигаться дальше? Это вопрос. Ну, на мой взгляд. Такой достаточно серьезный вопрос. Вот. Ну, вот. Примерно. Так. Примерно. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам помог. Надеюсь, что вам это было интересно. Желаю вам всего самого
Доброго, удачи. Да, забыл еще один важный момент, уточнить, на который нужно было, наверное, сразу обратить внимание, это то, насколько вы сами себе интересны. Потому что у меня, например, сложилось такое впечатление, что вы ну, как будто бы очень сильно зависите от, ну, от людей других, от их там, позиции, да, от их мнения. Вот. А сами вы вот, что из себя представляете, то есть понимаете ли, да, что в данном случае может прослеживаться такая чрезмерная зависимость от оценки других людей, ну или другими людьми, скажем так. Вот. И это очень важный момент. Как мне кажется. То есть, безусловно, мнение других людей, их позиция по отношению к вам. Это важно. Это важно. Но мне кажется, что и на себя обращать внимание также необходимо. Вот. Поэтому вот мне кажется такой история, по крайней мере, такой момент, по крайней мере. Вот. Вот, пожалуй, то, что хотел вам сказать. Я надеюсь, что это было полезно, надеюсь, это было интересно, как минимум, надеюсь, это было интересно, вот. Надеюсь, вы для себя сделаете определенные выводы, надеюсь, дал вам больше для размышлений. Вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это может послужить началом вашей работы над собой.